Теперь третий уровень из четырех. Тоже так же 3 на этом, на среднем. Но тут, в принципе, не очень интересно будет. Тут периодически куски лавы выпрыгивают и начинают прыгать, короче. Ну, уровень не очень интересный. То есть в третьем было прикольнее, да, там и силовое поле было. Я опять синенький, Крэш. Вот, и силовое поле было, и чувак разбрасывал это говно, короче. Вот, а тут ничего, ну тут обычные ракетки эти, как и в первом уровне. И плюс лава прыгает, и ничего особо интересного. А. Последний уровень у нас намного интереснее. То есть это третий, а четвертый последний. Могли бы этот уровень сделать первым или вторым, потому что как бы ну, достаточно простенькие тоже. Как и первый, в принципе. Блин, я не в ту сторону поехал. Кнопки не те нажал, и все. И еще один круг остался. Блин. Все. Давайте еще раз проездимся. Вот. А спецзадание на этом уровне, это тут будет птица летать наверху, и она все время пытается тебя схватить. Вот. Если она тебя схватит, ты, по-моему, проиграешь сразу. Так что тут нужно... Ну, тут и так все время ездишь, да? То есть нужно быть поаккуратнее, чтобы она тебя не схватила. Ну, тоже, в принципе, не очень-то интересно. Можно турнир сыграть по этим. Ну, по любым соревнованиям можно турнир. Я по ящикам уже турнир делал. Но я записывал без комментариев. Но я там легко выиграл. Ну, потому что я в те игры лучше всего играю. В ящике. Видите, это скучный уровень такой. Второй мой самый любимый из этих. Все. Теперь давайте четвертый. Вот четвертый, он вообще уникальный. Вот, он мне тоже нравится, но вот этот второй мне больше всего нравится. Четвертый, он вообще уникальный. Тут мы находимся под водой. Мы не на машинках, а на рыбах плаваем. То есть у каждого своя рыба. Вот, вообще интересная штука. Вот. И тут в центре херня, которая нам путь преграждает. Через нее надо перепрыгивать. Видите, у каждого своя рыба. Вот. Видите, вот эта штука, она вылезает и нам преграждает путь. Тут нужно вот это вот ускорение активное использовать. И перепрыгивать. Вот видите, я упал. Вот. Я Крэш на розовом. Дельфин розовый. Вот этот уровень поприкольнее, чем предыдущий, но мне это все равно тоже не особо-то и нравится. А, я не в ту сторону. Вот. А какое-то спецзадание, я не помню, надо будет вспомнить. Какое-то спецзадание, не помню. Не, один круг еще остался. Все. Вот такой уровень. Сейчас еще один раз прокатимся и посмотрим, какое тут спецзадание. И тут ускорений очень много, а тут одно яблоко дает очень много ускорений, в отличие от остальных уровней. Практически все время можно на одном ускорении ехать, только яблоки собирать постоянно, и все. Ну, уровень такой, он уникальный, да, в отличие от тех трех. Но он не особо-то интересный. Ай, блин, не в ту сторону. То есть он просто такой оригинальный, и все.
Но это не делает его особо-то интересным. Ну, это мне так кажется. Все, я, считайте, выиграл, только опять не в ту сторону. Все. Так. Спецзадание этого уровня находится в самой последней комнате. В пятой. Давайте я там и сохранюсь сейчас. Быстрое сохранение сделано на эмуляторе, чтобы потом... Вот, по 100 раз сюда не возвращаться. Вот. Сейчас я не помню, какое я тут. Ускорения нету. Нет, что-то другое. Вот видите, другая арена уже. Ну, прочитать я не могу, потому что у меня это... Текст не показывается. Так, и в чем тут прикол? Я не помню. Ай, блин! Вот этот чувак очень хорошо катается. Я что-то не пойму, в чем тут сложность-то? Вот этот чувак, который... Ну, вот этот. Видите, у него три... Он очень хорошо катается тут. Он может выиграть. Я его сбил. Я не понимаю, в чем тут прикол, но... Ай, я проиграл, сука. Один круг остался. Не знаю я, ребят, в чем тут спецзадание заключается. Единственное, что мне кажется, это то, что я чуть медленнее, чем все остальные. Вот моя обычная скорость, она чуть медленнее. Или мне только кажется, я не знаю. Ну да, я, похоже, чуть медленнее. По моим ощущениям. Но я выиграл уже. Во.